здорово, что посредством танца и этих спектаклей мы можем показать еще различные границы себя, человеческого тела, своего разума. Это не совсем балет, конечно, это больше. Это театр. Человек придет, и он поймет, о чем это. Об отношениях, о воспоминаниях, это о боли, это о счастье, это об избавлении. Здесь все построено именно действительно актерской игре, и пластика тела, она такая же актерская игра, как и мимика. There are many ideas behind it. It was made by Cyril Arbishakawi, and he wanted to give a fresh look at fun where the male and female energies were very equal and very much intertwined. We're working in a way that was quite animalistic and quite trying to find something quite natural. Очень сложный пластический язык. Приходилось учить по одному движению, вот шаг за шагом. Нужно было нам таким разным соединиться в одно целое. Это очень интересная работа. Inspiramos en historias de tango de los años 30. Cada uno en su eje y el compartir el eje de la pareja y que todos sus movimientos salieran del abrazo. Кажется, что это элементарные шаги, но это не просто шаги. В них сокрыт гораздо больше смысла, чем, возможно, может показаться в зрительном зале. Estos bailarines son excelentes y pudieron encontrar el espíritu del tango. Эти скупые движения должны быть идеально отточены. Настолько должны чувствовать друг друга партнер, и тогда получится вот это вот эти необузданные страсти в маленькую форму, которая будет нарывать, но при этом не взрываться. Конечно, чем больше артисты соприкасаются с другими видами танца, это настолько обогащает, это настолько, в принципе, помогает и делает намного богаче мир балетных людей.